Всем добрый вечер, с вами Хана Зельцер, и сегодня мы с вами поговорим о мощной силе нашего подсознания, о том, насколько все глубоко сидит и требуется наша постоянная работа над тем, чтобы это все исправить. И начну, пожалуй, с истории, которую буквально недавно услышала, как один пан узнал, что в его городе, скажем так, один еврей, праведник, пользуется большим уважением среди всех людей. И, значит, он начал так ревновать и начал спрашивать, почему вдруг его так все уважают, что такое в этом праведнике, да? И все начали говорить, ну как, он предсказывает будущее, он правда то, что он говорит, сбывается, вы не поверите, и такие реально чудеса ему рассказали. И, конечно, это начало грызть нашего пана. И что тогда он сделал? Он решил, что он проверит мудрость и силу предсказания этого пана, да, силу этого еврея, силу пророчества его. И, значит, решил его пригласить к себе. И вот он пригласил его к себе. В кармане держит оружие, которым собирается его убить. И он у него спрашивает: «Слушай, еврей, ты же пользуешься уважением среди всех. Скажи мне, когда ты умрешь? Какая дата твоей смерти?» Если он ответит, что он умрет когда-то, не сегодня, тот достанет оружие и убьет его. Если он скажет, что умрет сейчас, он подержит оружие и убьет его завтра. Да? То есть нет у него выбора. Как вы думаете, что ответил этот еврей этому пану? Этот еврей говорит ему: «Я умру в тот день, когда умрешь ты». И этот пан: «Опа! Уже оружие не трогает, уже он верит в праведность этого еврея, да?» Ему все говорят: «Ну, давай, убивай его», а тут он: «Не-не-не, надо не спешить». Да, из этой истории мы видим, что пан, хоть он очень ревновал и хотел его убить, и не верил в его силу пророчества, но в тот момент, когда ему начала угрожать опасность, да, когда вот так вот выпало, что его подсознание сдалось. Подсознательно он боялся, что еврей может быть пророком, да, что он может предсказывать, он этого боялся. Но он как бы, да, и как только еврей говорит: «В тот день, когда и ты умрешь, опа, все, я верю», здесь подсознание дало сбой. И как часто наше подсознание нами манипулирует. Обратите внимание, мы все, каждый из нас понимает, что курение — это вредно для здоровья, курение — это плохо. Все могут прочитать лекцию об этом, да, сказать: «Ну, ученые доказали, там никотин, такие-то свойства, такие». Но при этом большинство людей, хоть они и знают о вреде, и они понимают, да, и смысл этого всего они понимают, но что? Они продолжают это делать. Да, мы все понимаем: «Ой, мне пора на диету, что-то уже такие щечки, да, надо спортом заняться». Мы подсознательно, мы понимаем это. Но что? Мы ничего не делаем, да, мы идем на поводу своего яцерара, мы живем, скажем так, бессознательно. Более того, ладно, пример, это очень слабый пример, курение, диета, а возьмите наши отношения с Богом. Мы все понимаем, что есть Творец. Мы все понимаем, что ему нужно служить. Мы знаем, что, ну, сейчас нам надо помолиться. Мы это знаем. Но как часто мы ничего не делаем с этим знанием, да? Или есть история, очень классная история про Бааль Шем Това. Как однажды Бааль Шем Това предложил своим ученикам объединиться в круг и закрыть глаза. И все закрыли глаза, и что они увидели? Они увидели такого разъяренного такого быка в шапке праведника. Все ученики аж испугались, расцепили круг, такие говорят: «Что это? Что это было? Зачем мы это все увидели?» Бааль Шем Това говорит: «Это еврей, который на шаббат купил кусок мяса с мыслью, что это для святой субботы, что это мясо для служения Творцу. Когда он его приготовил и кушал в шаббат, он забыл, для чего это мясо. И когда он его ел, он наслаждался». И вот эта плоть быка, она стала не только плотью его души, не только плотью его тела, но и плотью его души. Насколько часто мы в нашей жизни
теряемся, мы живем бессознательно. Да, мы понимаем, что курение это вредно, но мы продолжаем. Мы понимаем, что надо сесть на диету, но мы продолжаем. Мы понимаем, что Творец это владыка всего мира, что нужно выполнять заповеди, что нужно служить, что нужно учиться, что нужно делать хорошие поступки. Мы это понимаем, но при этом мы продолжаем жить на автопилоте. Да, при этом мы продолжаем жить, как будто бы нам ничего не надо. Хотя мы понимаем, почему так и как с этим бороться. Как думаете, как с этим бороться? Это требует нашей постоянной работы над собой. Не знаю, ставить будильники, напоминать себе, да. Если мы хотим чего-то достичь, это нужна реально постоянная работа над собой. Как я смотрела интервью какого-то боксера, я не помню, у него спросили, какой ваш секрет успеха? Он говорит, нет секрета успеха. Он говорит, надо работать, работать, работать. Все. Если ты горишь, да, если ты знаешь, что Владыка Творец мира, если ты знаешь, что ты хочешь ему служить, если ты знаешь, что ты хочешь не зря свою жизнь прожить, то ты должен это всегда держать самой главной мыслью у себя в голове. Это самый главный посыл нашей сегодняшней встречи, то, что все, что мы хотим, это реально можно достичь. Как? Работая над собой, всегда останавливая плохие мысли, да, всегда там, а правильно ли я сейчас делаю? Постоянная работа над собой. А если курение вредно, так может не надо? А как это остановить? А если это? А если такая вредная привычка? Да, мы все в этой теме, правильно? И маленькими шажочками здесь напоминание, здесь. И потом уже на автомате ты только хочешь сделать что-то плохое. А нет, надо мной око видящее, надо мной Всевышний, мне нельзя так, да? Или поставить себе напоминание, что бы ты ни делал, всегда вспоминай, что есть Всевышний. Вот, и для евреев это, когда вы берете, например, яблоко, благословляете и кушаете его. Да, когда вы говорите благословение во всем, что вы делаете, во всем, что вы кушаете, да, это важно понимать, кто перед нами. Вот такой у нас сегодня был эфир. Будем трудиться над собой, и только таким большим трудом можно чего-то достичь. Успех можно добиться, только что-то делая, да. Мышцы у спортсменов не просто так растут, они их тренируют и качают. Вот, пусть у нас силы, скажем так, души и мышцы нашей души будут развиты, сильны, и у нас будет много сил побеждать яцер ара, делать много добра в этом мире, освещать этот мир и делиться теплом с друг с другом и ускорять приход Машеха. Всем хорошего вечера, спасибо за нашу сегодняшнюю встречу. Всем пока!